каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. Посевные площади Тувы в 2018 году увеличатся на 8,5%. При этом более чем на треть по сравнению с уровнем прошлого года планируется расширить зерновой клин. Глава Тувы на аппаратном совещании обсудил с профильными ведомствами и руководителями аграрных районов республики вопросы подготовки к весенне-полевым работам. В качестве приоритетной задачи при подготовке и проведении посевной кампании премьер определил Министерству сельского хозяйства и продовольствия республики необходимость контроля за соблюдением агротехнических сроков и правил, а также условий получения хозяйствами субсидий и иных форм государственной поддержки. Кроме того, глава республики указал министерству на необходимость укрепления в администрациях районов подразделений, курирующих сельское хозяйство. Несмотря на заключенные с правительством региона соглашения, в некоторых до сих пор отсутствуют не только кадры агрономов, но не введены в штат даже их должности. Причем это происходит в районах, традиционно считающихся растениеводческими. Например, в Пихемском, на котором приходится основная часть самых лучших угодий и пашен. В ряде муниципалитетов, где сельхозуправления созданы, главной проблемой остается качество специалистов. Также на совещании было принято решение в течение недели сформировать региональный и муниципальный штабы по подготовке и проведению весенних полевых работ. Поставки семян, горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений и средств защиты растений. Минсельхозу поручено также организовать проверку парка сельскохозяйственной техники, при необходимости обновления оказать хозяйствам помощь в оформлении льготных кредитов. Муниципальные власти должны позаботиться о создании бригад по расчистке русел каналов, оросительных систем, подводу воды для полива в села, к личным огородам жителей. Первое – это кластерный подход. Всем и вся раздавать деньги мы не будем. Только там, где есть работа с землей, там, где будет расти зерно, только туда будут сосредоточены деньги, связанные по весенне-полевым работам. Второе. Со стороны республики, то есть с правительства республики Тува, будут поддерживаться только те фермеры, которые обладают техническими возможностями. Не серпом и молотом будем в 21 веке заниматься весенне-полевыми работами. Пожалуйста, примите все меры, чтобы оказать содействие людям, и в том числе за счет муниципального бюджета, за счет разных форм взаимодействия, для того, чтобы сегодня сельхозпроизводством заниматься на условиях современных технологий, современных техников. В связи с наступлением оттепели в дневное время суток грузоподъемность Тонжицкой ледовой переправы в Тонжицком районе на основании акта проверки снижена с 15 до 5 тонн с разрешением эксплуатации до 26 марта. Напомним, что на прошлой неделе также была снижена грузоподъемность с 20 до 10 тонн Эликхемской ледовой переправы в Улукхемском районе. На трех остальных ледовых переправах Кархакской в Кызылском районе, Белебейской в Кахемском районе грузоподъемность оставлена прежней – 10 тонн. Усть-Буренской в Кахемском районе – 20 тонн. Ледовые переправы будут функционировать до 26 марта текущего года. Сроки закрытия ледовых переправ могут корректироваться в зависимости от температуры и погодных условий. Сегодня в Центре русской культуры прошли инструкторско-методические сборы по итогам прошедшего осеннего призыва граждан на военную службу в Минобороны России. Осенний призыв прошел организованно, потому как план призыва республикой выполняется регулярно. Так, за этот период служить в вооруженных силах страны из Тувы отправили более 700 молодых людей. Еще одна особенность призыва в последних лет – резкое снижение числа уклонистов. Служба в армии становится престижной в глазах тувинской молодежи. Кроме того, выпускникам школ она дает ряд льгот, установленных законом. Также студенты средних профессиональных учебных заведений, поступивших после окончания школы, не будут призываться вплоть до окончания учебы. По словам работников республиканского военкомата, уроженцы Тувы служат сегодня практически во всех видах вооруженных сил, в подразделениях, расположенных в различных точках страны, от Владивостока до Калининграда. И служат, как правило, неплохо, о чем свидетельствуют положительные отзывы командования воинских частей. В этом году акцент для призывников из Тувы в большей степени делается на западную часть страны.
Муниципальный жилищный фонд города Абакана поздравляет всех с праздниками и дарит скидку на готовые двух- и трехкомнатные квартиры по адресам Дзержинского 187 и Жукова 89. Скидки до 200 тысяч рублей. Подробности в офисах продаж. Абакан, Советская 48 или по телефону 285-409. Акция действует до ее отмены. Региональным следственным комитетом завершено расследование уголовного дела по обвинению 24-летнего, ранее судимого жителя села Чудура Улукемского района республики. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления убийства. С целью объективного расследования по уголовному делу проведены осмотр места происшествия, все необходимые судебные экспертизы, очная ставка и проверка показаний на месте, допрошенные свидетели, осуществлен сбор характеризующего материала. Следствием сделано достаточная доказательственная база. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу. По версии следствия, 4 января текущего года между 3-4 часами обвиняемый на автомобиле подвез ранее незнакомых ему жителей города Шаганара. При выходе из автомобиля между обвиняемым и потерпевшим возникла ссора, в ходе которой обвиняемый, имевшимся при себе ножом, нанес одно колото-резное ранение в область грудной клетки потерпевшего, а потерпевший же позднее от проникающего ранения с повреждением внутренних органов и осложнившегося массивной травматической кровопотерей скончался в медицинском учреждении. Сегодня стартовал досрочный период единого государственного экзамена. В первый день экзамена участники будут сдавать географию и информатику. С целью обеспечения информационной безопасности при проведении экзаменов предусмотрены технологии печати контрольных измерительных материалов в аудитории и сканирование экзаменационных материалов в ППЭ по завершению экзамена. Также на досрочном этапе ЕГЭ будет обеспечен 100% охват аудитории онлайн-видеонаблюдением. С его результатами выпускники прошлых лет будут ознакомлены 3 апреля 2018 года. Не явившиеся по уважительной причине участники экзамена в основной день могут подать личные заявления с подтверждающими документами в Государственную экзаменационную комиссию в день экзамена для повторного допуска на 6 апреля 2018 года. Сегодня на базе Центра тувинской традиционной культуры и ремесел прошла благотворительная акция «Поможем сохранить здоровье наших детей». Врачи Республиканского противотуберкулезного диспансера совместно с сотрудниками районных центральных больниц в рамках акции обсудили вопросы профилактики и выявления туберкулеза в ранних стадиях, в частности, у детей. Для этого проводится у нас акция. В основном, если мы не улучшим ситуацию среди взрослого населения по заболеваемости туберкулезом и по распространенности туберкулезом, естественно, будут болеть наши дети. И поэтому все вырученные средства пойдут на развитие нашей хирургической службы и на внедрение метода клапанной бронхоблокации в результате повышения эффективности лечения среди взрослого населения. Снизится удельный вес больных с активными формами туберкулеза, с заразными формами туберкулеза, и, соответственно, у нас будет больше шансов снизить заболеваемость среди детей и подростков, поэтому мы акцию так и назвали. По данным медицинского учреждения, за последние несколько лет наблюдается положительная динамика в выявлении туберкулеза на ранних стадиях. Самыми лучшими на данный момент является Авюрский район, где число больных снизилось до 7 человек. Что касается детей, на лечении в диспансере находится более 50 маленьких пациентов. Детское туберкулезное отделение находится в городе Кызыле, рассчитано на 65 коек. На сегодня в отделении находится 52 ребенка. Получают лечение дети от 0 до 18 лет. И если старше 18 лет, если подросток является учеником, учащимся школы, да, тоже у нас получает лечение. Ну, получают лечение у нас дети со всей республики. Это одно такое отделение, рассчитанное для детей и подростков. Вот такое отделение у нас. И отделение у нас
организовано для лечения детей с туберкулезом. Раньше у нас отделение было только для органов дыхания, да? А сейчас последние 3 года мы лечим детей с туберкулезом всех локализаций. Отмечается, что мероприятия по борьбе с туберкулезом продлятся в течение 2 месяцев, в рамках которого будут проводиться мероприятия в трудовых коллективах, организациях, а также в общеобразовательных учреждениях республики пройдут лекции и беседы по теме туберкулеза. Также в этот день будет установлена передвижная флюорографическая машина, где любой желающий может пройти рентгенобследование. Кызылский театр юного зрителя стал лауреатом первой степени 35-го международного многожанрового конкурса культуры, искусства, творчества «КИТ», который проходил в городе Новосибирске с 9 по 11 марта. Помимо диплома лауреата за спектакль по мотивам народной сказки «Хан», «Ослиные уши», кызылский ТЮЗ награжден 5 дипломами и медалями за патриотизм и любовь к родному краю, за сохраненные национальные традиции, за художественное оформление выступления, за создание дружного творческого коллектива, за понимание детской души. Отметим, КИТ – ведущий организатор фестивалей и конкурсов и посредник культурного обмена между представителями разных культур, стран и религий. Фестиваль проходил в Детском доме культуры имени Калинина, здание 1945 года постройки, при информационной поддержке Минкультуры Новосибирской области, при партнерстве ряда организаций. Спонсор выпуска погоды – отличные наличные. Получаете займы на займ-карту в любой момент, просто по звонку. Компания «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Переплата по займам – такая маленькая, совсем малышка. «Отличные наличные» – ну очень маленькая переплата по займам. В ближайшие сутки по республике облачно, с прояснениями, местами небольшой снег. Днем местами небольшой мокрый снег. В Кызыле облачно, с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью -13, -15. Днем от 0 до +2. На дорогах гололедица. Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные. Удобные условия по займам.